Вот сейчас как раз пообщалась с подписчиком и жителем и обсудили, как мы тут живем, поживаем в ЖК в нашем. Ну да, все, мы схожи во мнении. Ой, облицовочку начали, смотрите. Прям с фонариком. Слушайте, ребята вообще, конечно, и днем, и ночью просто. Вот как у них, они сменами, что ли, работают, или они не спят? Конечно, лучше делать стройку не в зимний период, понятно, но все равно, представляете, сейчас уже вот, у меня уже руки замерзли, я просто телефон держу. А они, извините, отделкой занимаются. Молодцы. Сейчас краны. Вот один кран работает. Здесь такая тишина пока. Шура, идем. То машина едет. Давай быстрее, переходи. Иди сюда. Да, давай, давай. Темно, блин. Вперед. А там прям у леса. Ух ты. Все горит, все сверкает. Все шумит. Здесь сейчас на данный момент вот эта вот зона, она самая-самая. Камера, конечно, не передает. Там что-то варят. Да, у нас здесь не разъехаться двум машинам. Часто проблема с этим из-за двухсторонней парковки. Бывает, что ты попадаешь в такой просак, что приходится пятиться. Опа! Ну, здесь сейчас уже так относительно тишина. Хотя как тишина? Нет, не тишина. Кстати, волейбольную, баскетбольную площадку закрывают в 11 вечера. Охранное агентство «Купол». А вот на это я вообще не встречаю народу. Здесь вот народ бегает сейчас по кругу. Достаточно мало здесь людей. Вот тоже видите, как паркуются в чехол и на парковку. Вперед. Я вот иду и сейчас перевариваюсь эту информацию, которую тоже получила, да, от жителя. Как бы что, ну что все понятно и ясно, что здесь все зависит от культуры. Почему у нас окурки кругом прилетающие, там, начиная там со 2 по 17 этаж тебе на голову. Вот. Бычков у нас очень много. Много лызгают вот этих семечек. Некультурщина такая, стекла, бутылок.
Ну, и да, аренда, дешевая аренда, и кто приезжает сюда. То же самое, это разборки с участковыми, потому что шум, крик, и все вытекающие оттуда последствия. Уважаемые арендаторы, повышайте аренду, чтобы пить более таких культурных арендаторов, чтобы меньше страдали жители. Потому что вот у них тоже столкнулись с тем, что, блин, очень все было плачевно. А так как здесь очень большой сегмент маленьких квартир, и они сдаются дешево, то здесь очень весело бывает. В студию могут заселиться вместо 1-2 человек. Стой! Стой! 5-7. Вот. А потом у нас появляются... ладно, появляются у нас крысы. Мышки, полевки, как говорят. Вообще. А если вот у нас появились тараканы в свое время, а в нашем доме появились клопы, и люди выкидывали матрасы, перестирывали все эти одеяла или там выкидывали, я не знаю, то есть у них там такая борьба велась, агрессивная. Пойдем здесь пройдем, чтобы можно было от всего этого избавиться. А всему виной тому, вот, что привезли, завезли откуда-то, от клопов. А это, сами знаете, избавиться от них еще то действие. То есть там это все очень сложно. Очень много, кстати, в нашем комплексе маленьких собачек. Я такого количества собак не видела нигде за свою жизнь. Здесь просто они кишат. У каждого, мне кажется, по одной, а то и по две собачки. Какой Лекси? Пойдем, пойдем, пойдем. Медсеф. Самое интересное, что у нас платная медицина здесь есть уже в ЖК давно. Пожалуйста, и анализы, и гинекологи, и все дерматологи, и всевозможные врачи, и лора, офтальмолог, невролог. Вот. Но дело в том, что бесплатно это когда у нас уже будет здесь поликлиника, да, для справок, анализов и так далее. По ходу дела нам ее еще не ждать в скором времени. Сказали, что она вообще с концом в последней очереди будет только построена. Это у нас улица Свободы, дом 3. Очень старенькое заведение в нашем комплексе. Кстати, я так понимаю, что довольно популярное. Пойдем здесь. Не здесь. Здесь у нас еще один алкогольный магазин Винмаркет. Здесь же у нас салон красоты. Так что без прически здесь не останешься. Здесь очень много еще и частных мастеров в домашних условиях создают красоту. Ну куда ты хочешь? Пойдем туда. Вот. Пойдем. Ой, здесь так хорошо, тихо, спокойно, вот ветродуя нет. Это... Так, Шура, идем. Не теряемся. Вот слышите, какие звуки от сетки? Это наши знаменитые животные. Они... Шура, здесь я идем. Что, потерялся, что ли? Старость, не радость. Глаза не видят, уши не слышат. Вот. Травяные красавчики.
Вот это клен. А вот там посажено, может, просто маленькие декоративные кленики. Тоже такой желтый, красивый. И эти тоже такие симпатяги. Милахи. Опа. Большая часть. Пойдем. Ты все охотишься на собак. Здесь собак, конечно, очень много. Есть с кем подружиться, есть с кем познакомиться, побегать, попрыгать, поскакать. Вот, вот, кстати, тоже было предложение здесь сделать сетку, натянуть. Не металлическую, а как вот эту вот. Ну, чтобы она отскакивала и не шумела так сильно, не билась по железу. Ну, что-то как-то застройщик ничего пока не сделал. Потому что здесь такие прям... нормальные удары, если вот вы житель вот этого дома или вот того угла, то, блин, как по мозгам, мне кажется. О, у меня уже замерзла рука. Обалдеть, как холодно, уже без перчаток холодно долго ходить. Меня потеряли.